Дорогие друзья, всем и дешевые, кстати, привет. Почему дорогие? Здравствуйте, ребятишки, подписчики, зрители. Всем привет. Значит, смотрите, я нахожусь сейчас на аккаунте. Это новый аккаунт. Ну, уже как бы не новый, уже неделя прошла. Но для новичков это новый аккаунт. Друзья, этот аккаунт, аккаунт без доната. И сегодня я хочу поднять быка на 500 кубков. Взять быка за рога и вывести его на 500 трофеев, на 20 ранг. Это будет уже третий персонаж, которого я как бы уже пропал. Суть этого проекта — пройти игру совершенно не донача. Выбить всех персонажей, прокачать их всех, естественно, на 500 кубков. Не обязательно, чтобы они были фуловые. Мне так кажется, да, то есть для вас же важны кубки. Понятное дело, что до фула это ого-го-го-го, как долго качать. И поднять 14,5 в пути к славе. Я думаю, что это будет интересно, если вы наблюдаете за этим проектом впервые, то подпишись на канал. О, кстати, фишка, смотрите, давайте вы сейчас, вот кто не подписан, подпишется на канал. Если, я не знаю, если с этого ролика подпишется больше там, я не знаю, 5-10 тысяч, мне в течение недели выпадет легендарка. И тебе-то, кстати, тоже. Поэтому тупо все сейчас подпишитесь, прям вот я вам отвечаю. В течение недели, вот у нас сегодня вторник, в пятницу или воскресенье выпадет Лего. Вы просто представьте, подписался, выпало Лего. Но это если, конечно, такое огромное количество подпишется. Если меньше, то не факт. Поэтому, если хочешь, чтобы выпало Лего, лайк, подписка. Короче, сейчас открою несколько сундучков, может что-то новое выбью. Рекламная пауза. И, братва, начинаем. Это проект без доната. Так. Ага, окей. Ага, ого, ого-го-го-га-га-га. Какого персонажа, блин, выбрать? Знаете что, я сейчас сделаю одну интересную тему, смотрите. Сейчас, чикс, открываю такую вот штуковину, которая показывает событие у нас следующее. Событие у нас следующее — Ветреная долина. Кыш, не надо мне рекламу. Ветреная долина, а значит, я буду прокачивать какого-то дальничка. Окей, поехали. Итак, ребята, вот смотрите, сейчас если новый боец, все, это лайк, подписка. Чекайте, готовы? Бам! А, два предмета. Ну, по-любому какой-то, блин, Алексей не подписался. Так, на Брока, значит, выпал Брок, на Брока все. Чпокс и чпокс, тоже на Брока. Так, хорошо, давайте Брока прокачаем. Золота у нас хватает. Опля, вот такой вот Брок, четвертый уровень у нас. Но речь сегодня данного ролика не о Броке. Мы пойдем опять быка в соло, в столкновение, погнали. Бычара должен сегодня быть на 500. Это железно, все, это просто. Ну, дальше некуда, просто оттягивать не надо его. Все, я его должен был еще вчера апнуть. Но вчера не было стрима, ребята. Сегодня стрим будет, приходите обязательно, буду вас ждать. Так, какого хрена я не убиваю с трех тык этот бокс? Так. О, выстрел. Ты че, блин? Как ты много, больше мне урона нанес? А ну иди сюда. Он меня убил. Минус 5. Ничего страшного. Мне как бы все под контролем. Я знаю, что делаю. Это тактика, которую я придерживаюсь. Поэтому первая каточка, она должна быть проигрышной. Таковы, ребят, у меня такова стратегия, таков план. А теперь смотрите, что сейчас начинается. А сейчас начинается просто замесы дикие. Все, сейчас просто хребальники сместятся быстренько. Так, иди сюда. Оп. Это я тебе помог, понял? Это мой бачок. Это мой бачок, давай, иди, ищи себе другой контейнер. Это мой, блядь, бачок, ты что, не понимаешь, а? Кольт, ты что хочешь, я не пойму. Че такие все дерзкие, блин? До 500 вообще было изи. А сейчас ты смотри, попадать умеют, понимают, что им надо ломать боксы, собирать гемы. О! А! Не, ну это слишком жестко, я не буду подходить. Тут кто-то есть? Надо проверить. Тут кто-то есть? Фух, тут никого нет, а страшно было. Так, 8 бойцов, тактика на быке. Заходишь в кусты, и внимание, вот сейчас нужен скилл. Просто стоишь. Вот так вот играть надо на быке. К сожалению, к счастью. Тихо, кто-то идет. Наша задача — кого-то убить. Пока безуспешно. Блин, мы потеряли сейчас стратегию, мы вышли из кустов. Я предлагаю снова зайти в кусты.
Тихо, блин, Шелли. Так. Снова заходим в кусты. И смотрите. Просто выжидаем. Мы тут в стелсе. Нас никто не видит. Окей? Окей, смотрите. Осталось 6 бойцов. До сих пор нас никто не бьет. Потому что это супер тактика на БК. Смотрите, как все динамично развивается. Посмотрите. Оп, оп, оп. И оставили 900 хитпоинтов. Да ты шо, блин. Махина просто. Танк. Так. Как видим, уже нас поджимает дым. Поэтому надо немножко нам выходить с куста. И тут резко, на, просто наваливаемся на кольта. Быстро, четко. Тихо, тихо. И убегаем. Вот самое главное, это плохо использовать ульту. Где бык? А, во. Ой, не бык, а примат. Все. И мы уже как минимум топ-2 взяли. Оп. Мансим, видим. Оп, 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 оп. Ну почти. 10 банок против 2. Что вы хотели? Или сколько у меня было? Приблизительно такая изи тактика на быке. И таким вот макаром я сейчас буду апать 500 трофеев. Опа, поехали, следующий поединочек. Правильно ведь? Правильно я ведь на быке играю? Ну а как? Так, все. Вижу цель, иду к ней. У меня нет преград. Ай! Ай! Ой! Ладно, окей, окей. Забирайте ваши банки, мне не сильно их хотелось. Оп, хорошо. Хорошо, в принципе, неплохо. Оп, вторая баночка. Динамайк, откуда ты тут взялся? Быстренько подходим к баночке, которую нам сломал Динамайк. Забираем, говорим ему спасибо и идем дальше. О, кстати, сейчас... Тихо. Блин, спалило. Ах ты ж, как ты вообще догадалась, что я там? Я ведь стоял, меня не видно было. О, вот это надо подходить. Я чувствую, это будет сейчас раз... что-то Шелли потеряла. Потеряла цель. Ладно. Все. Работаем по тактике. Работаем по тактике. Мы видели, да, что бык захотел с нами сконнектиться, но... Мы-то делаем это только когда нам выгодно, а когда нам выгодно его убить, мы его убиваем. Это не крысы, это правильная игра. Это правильно апать кубки. Затимиться и в спину убить. Тихо. Куда? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Куда ты идешь? Она тебя сожрет. 7 банок, бык. Бык, вы чё, пацаны, блин, сговорились? Нет! Вы чё, сговорились? Нет, я сказал. Так, надо БК убивать этого. Не нравится он мне. Ой, не нравится. Ой, не нравится он мне. Ай, не нравишься. Ты мне не нравишься. Тихо. Поехали! Просто бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот, видите, как все легко. Продолжаем. Так. Куда? Шок? В смысле затимились? Вы че, дуры? Еще с ультой на меня. Ну давай, окей, окей, давай разберемся. Давай, ультуй. Давай, чё ты убегаешь? 3 Шелли против меня. А, нездоровая ситуация. Ладно, погнали к этой Шелли, которая ни о чем. Ну, блять. Ну, хоть эту Шелли убить, да, ну все. А тут уже как бы, пацаны, между 2 Шелли, ну... Третье тоже нормальное место, это плюс 6 кубков. Итого нам остается 20 трофеев. Это 2 раза топ-1. Ну что ж, поехали. 2 раза топ-1 надо апать. Понеслась? Yes. Осталось 10 бойцов. Нормально начало игры. Поехали. Давайте эту катку я просто молча отыграю. Вот вообще ни слова не скажу. Хотите? Поехали.
Вот она, последняя. Ой, не последняя, а каточка. Молча. Ух, я так уже хотел заговорить. Осталось 12 кубков, поехали. Блин, топ-1 не получилось. Да против Шелли хрен, блин. Ох, слышь, да? Вот видно было, что пауза была, потому что вот вырвалось просто. И пошел. Короче, Шелли хрен убьешь, конечно, на быке с ультой. Шелли с ультой хрен убьешь быком. Да. Такая вот история. Спасибо, все, поехали. Угу. О, тут с трех тык. Чик-чик-чик. Есть. Так, 4 баночки, по идее, сейчас должно быть. Раз, два, третья есть. Так, сейчас, если быка замочу, то будет нормально. Оп-оп-оп. Есть бык. Итого 6 баночек у меня плюс ульта. Так, так. Есть, есть. О, это мой клиент, это мой клиент. Да в смысле? А, давайте попробуем. А-а-а! Прикольно. Я думал, Шелли убью. Не, ну вот это надо брать топ-1. Ну тогда все равно останется 2 кубка. Так. Не, ну смотря кто останется. Да что Шелли, что... Роза тоже, блин. Так. Да как она через стены меня бьет? Не понимаю. Нет! Это была ошибка. Не надо было забирать последнюю банку. Ну ладно, мне все равно 2 катки. Хоть так, хоть сяк. Ну, то есть последняя катка, ребята. Готовьте лайкосы, заряжайте срочно. Через неделю падает Лего. Подписались, поставили лайк Лего. Ёханый бабай. Просто супер способ. Так, что у нас тут получается? Получается, у нас этот бокс мой. Остальное мы идем тихонечко сюда. И тут потихонечку разбираем кабину. Оп, есть. Так, ну окей, Шелли оставляем добычу. Ага. В смысле? Я забрал банку, пацаны. Вот это я, конечно. Оу. Иди гуляй просто, иди гуляй. Это все мои банки, я не хочу делиться ни с кем. Есть. Тупо с двух тык. На, все, 7 банок. Ну а теперь, пацаны... По одному. С ультой, без ульты, с пассивкой, без нее. Вообще, как-то похер. В очередь встали и сюда по одному. Все, приземлились к тактике. Точнее, снова придерживаемся тактики. Просто смотрите, как работает тактика. Смотрите, наслаждайтесь тактикой. Оп. Ха. Все, снова залетаем вовнутрь. И все, и тут сидим. Тут сидим, пасем всю территорию. Что такое? Понимаете, да, о чем я? Так. Так. Угу, вот так. Можно и так. Вот так, во. Так. Ага, вот так. Так, а. Ага, ага. Так, ага. Стоп. Угу. Пока что никто не приближается. Но это пока. А как только сузится все, они подойдут ко мне поближе. Ну, а там уже дело опыта, ребят. Там уже тут скиллуха будет решать. Смотрите просто. Я вот стою сейчас. Опа, что-то там сломалось. А, это кабина у Шелли сломалась. Так, ждем. О. Бегу. В смысле, блядь, ты шо? Да куда? Куда? Топ-1! Нет! Хилимся. А, стоп, это вообще еще даже не топ... Короче, забейте. Я думал, сейчас вот это Шелли, Булл и я остались. А там еще Шелли одна. Так, ну мне, конечно, та, что с ультой не нравится. Ой, как не нравится. Ой, не нравится она мне. Ой, не нравится она мне. Что ж ты будешь? Ну ладно, давайте, поехали к ней. Боится. 10 банок, как-никак. Авторитет. Топ-1. Как и обещал, первая каточка, она поражение. Последняя, топ-1. Вот такая вот стратегия была на быке. 500 трофеев, ребята, все. Плюс 300 power очков. Так. Или стар очков. Все, пацаны, бык 500. Такие дела. Это третий персонаж. Дальше не знаю кого. Наверное, Брока, либо Кольта начну апать сегодня же. Приходите на стрим. Узнаете, проголосуете за кого. В принципе, неплохо идем. Тут уже туда-сюда и... О, большой ящик за 1600 откроем на видос. Ставь, если хочешь, лайк, потому что... О, давай! Ставь, подписывайся, лайк.
Чтобы мне с большого ящика выпала легендарка. Вот просто смотри. Все в твоих руках. Скоро Динамай, кстати. Так, что у нас по шансу на Лигу? Неплохо. Я думаю, что неплохо. Пацаны, давайте. Подписываемся. Лего будет однозначно. Ставим лайки. В общем, колокольчики нажимайте. На Инстаграм еще подписывайтесь. На ВК, на мой паблик, на мой лайв-канал. На Холдикстрим канал. На Стримхолд канал. Вот, Facebook, Twitter, везде вас жду. Спасибо за просмотр. Желаю удачи, до новых встреч. Еще. Да блять, где ты? Сука, пока.